Всем привет, друзья, канал Мусалим. В работе у нас Черетига 8 Pro Max. Набиль приехал к нам сделать шумоизоляцию салона. Разобрали, краткий обзор. Пол в багажнике, смотрим, кое-где вибропластом обработан. Небольшие куски вибропласта проклеены на задних арках этого автомобиля, одни из самых шумных мест. Пол в салоне также кое-где обработан. По дверям смотрим. Был и металл. Подготавливаем поверхности, приступаем исправлять. Так, друзья, закончили клеить вибропласт на Черетига 8 Pro Max. Проклеен у нас пол в багажнике, задний арк, крылья. Тщательно прокатываем валик. Дальше проклеен пол в салоне. По дверям нанесли первый слой вибропласта, толщина его 3 мм. Вступили наносить второй слой, мембранный шумопоглотитель 6 мм. Продолжаем нашу работу. Друзья, закончили клеить шумоизоляцию на Черетига 8 Pro Max. Проклеено с мембранным шумопоглотителем пол в багажнике. Также мембрану наносим на задние арки крылья. Мембранным обработан пол в салоне. Третий слой нанесли в дверях вибропласт, толщина его 2 мм. Четвертый заключительный слой мы наносим на дверные обшивки. Шумопоглотитель 15 мм. Автомобиль готов. Собираем, проверяем. Ставьте свои комментарии, подписывайтесь на канал. Всем пока.